Что ж, ребята, всем привет! С вами ваш робопингвин или Барри. Слабшие ребятки, мы продолжаем играть в Биошок. Так, спросите, у нас там аллея сирен. Прошлая серия. Так. Я вспомню. Мы тут в самом начале, да? Интересно. А, подожди, это то окружение, на котором в первой части. Может, мы все-таки являемся бы персонажем из прошлой части, и тут фиг пойми. Не, на самом деле. Я не знаю. Так, мы оттуда вышли все. Значит, туда. Я тут видел, мы видели выражение большого папы. Папочка проиграл, потому что, как видите, сейчас локация будет реально огроменная. Я здесь как пуцатая утка! Полезный мешок, она стала даже симпатичнее! Одна минута, и тебя! Ой! Я тебя не убил, большой папочка! Вопрос, убивать ли большого мне папочку, ребят? Не знаю. Вопрос, почему? Просто, ребят. А зачем? Ради Адама? Тут спорно. Это малышка, которая у нас особо убила. Вообще не помню. Подраться с большим папочкой с помощью куры неплохая идея. Все-таки мокро, Макси. Здесь мокро. Здесь у нас мой есть. Мой животик говорит. О, что это что? Теперь Райан жив. Собирайте семью. А? Боже милосердный. По-моему, это был Саймон Уэллс. Что он с собой сделал? Они с братом были архитекторами восторга. Но с появлением доктора Лэмп Саймон ударился в религию. У него в здании насосной станции нечто вроде церкви. Так что жди, что тебе предъявят список грехов к искуплению. Конечно, мне нужен. Тут даже не обговаривается. Давай. Come on.
патроны для мини-тролля используются. Окей, мы запомнили. Так, а где теперь сестренка? Потому что если я его... Я скормил тебе мой четвертак. Сыграй чертову песню, полосатый! Напугала ты как? Не можешь. Надо же как-то. Показатели гибели сестричек стали неприемлемыми. Большие папочки уничтожаются мутантами, как слоны, атакованные стаями гиен. В качестве ответной меры мы начали производство новой модели больших папочек — громил, как мы их назвали. Они стреляют гранатами по группам мутантов и оборудованы мини-турелями для уничтожения одиноких особей. Наши испытания показали, что громилы чрезвычайно эффективны в действии. В гонке вооружений Восторга эволюционируют не только мутанты. Здесь. Сохранение! Самосохранение! Тебя играют моим! Как понимаешь, что вроде бы... Я думал... Мистером Райаном, кое-что было.
платьице для нее, туфельки для нее, пижамка. Вот только ее самой не... Мистер Дневник, у мамы новая охранная система. Она установила ее, чтобы я больше не могла видеться с Амиром и другими детьми. Но она состоит из таких же машин, как ты. А ведь мы теперь лучшие друзья, правда? У Амира есть целая книжка о поверхности. Там написано про Индию и Ирландию, про весь мир. Да, кстати, мистер Дневник, я думаю, что для человека-волка Амир очень милый. О, нет! Отходим! Элеонора, вернись немедленно! Леопатра вышла. Детка, тебе меня мало? Спасибо. Что тебе нужен дротик, не уже просто пока не бомбить. Ну он еще и как. Не могу приобрести себе дротик, который я уже потратил. Я была знаменита. Правда? Ты не веришь? Может, у тебя тут будет, пожалуйста. Ну, пожалуйста, мне нужен один дротик. Ну же, мне так много прошу. Можно притянуть. По-моему, мама знает, что я тебе помогаю.
Она увеличила дозы моих лекарств. Не бросай меня. Она выросла уже, что ли? Что такое? Сейчас будет страшно. Какого черта? Дэниел, мы с тобой вместе работали над чертежами восторга. Уэллс и Уэллс — архитекторы. Помнишь? Но Эндрю Райан совратил нас с пути истинного, брат мой. Заставил отвернуться от Всевышнего. Доктор Лэмп предлагает тебе спасение, Дэниел. Я прошу лишь подтверждения, что на самом дне твоей души еще теплится искра веры. Я оставил тебе подарок в твоем кабинете в розовой жемчужине. Найди на нем код, брат, и мы вместе помолимся за спасение твоей бедной души. Мистер Дневник, у мамы новая охранная система. Она установила ее, чтобы я больше не могла видеться с Амиром и другими детьми. Но она состоит из таких же машин, как ты. А ведь мы теперь лучшие друзья, правда? У Амира есть целая книжка о поверхности. Там написано про Индию и Ирландию. Про весь мир. Да, кстати, мистер Дневник, я думаю, что для человека-волка Амир очень милый. О, нет, отходим! Элеонора, вернись немедленно! С досадой вынуждена признать, что обязана тебе жизнью, незнакомец. В знак благодарности отправляю тебе посылку пневмопочты. Буду очень признательна, если ты сохранишь это в тайне от доктора Лэм. Чёрт, меня тролль добила. Не успел тут. Надо будет ещё пневмопочту найти. Верзила, ты где? Я всем девочкам говорю, что у меня самые лучшие.
собираем, мадам. Корпоративные стандарты. Верхам! Ладно, чтобы было чутье. Адам, папа, вот здесь. Да я вижу. Кто присматривает за спящими ангелами? Это я. Это я. Ну, собирай. Мне нужен Адам. Сестричку я не хочу убивать. Мы нашли его. Так, я знаю второй труп. Пойдем и заберем. Что мне с тобой не надо? Проблема в том, что вот я хочу уже собрать. Раз, два, мне нужен кусок. Еще раз. Ангелы помнят маму. Кто она? Я хорошая девочка, мистер Би. Красивые ангелы. Красивые волосы. Грязные волосы. Давай ее сюда! Эй! Куда? Она хочет на меня смотреть! Только выходит из сада! Да вы задрали уже, а? Чё это за музыка? Я так патроны трачу. Мне это надоело. Я хочу собрать Адам. Я имею право на это. Мать его, Адам. Да, меня это уже бесит. Сколько? 30? Я думаю. По деньгам давай. Закрепить ловушки. Так. Тут немножко поубивал. Я заодно заполню банки. Просто, ну реально. Надоело так. Нападают, нападают, нападают и нападают. Подрали. Сейчас лучше учиться. Патроны сейчас пособираем. Мне нужен Адам. Потому что мне надо пройти несколько лет. Модификация для этого мне нужен Адам. Без Адама, к сожалению, я ничего не могу. То, что нам там не на почте хотели передать. Собирателем, в котором я хочу произвести пару ряд модификаций. А для этих модификаций нужно, потому что мне надо стать сильнее, а для этого нужно. Тут все завязано на этом отваде.
и она улетела. И правильно, летит. Сюда. Что-то птички. Так, а птички, окей. О, модификатор. Мне нравится аллея сирен. Здесь утоляются самые постыдные, даже для города без законов, желания. Но я люблю ее не поэтому. Раньше здесь был квартал каменщиков, строителей и архитекторов, вполне достойных людей. Мне приятно сознавать, что упасть носом в грязь можно и будучи одетым во все белое. Аллея сирен, кстати, раньше тоже носила намного более пристойное имя, которое, конечно, уже никто не помнит. Я снова сделаю так, что ты будешь светиться. Я должен найти. Где-то тут лежал еще. Видишь, Адам близко. Иногда они проливают его повсюду. Видишь свет в животе? Не-не-не, на твою шатычку я не предвижу. У меня своя задача. Ну... Старшая сестра не любит капуш.
снова сделаю так, что ты будешь светиться. Я хорошая девочка. Я забыла слово. Зачем ты принял? Почему нет? Куда же? Где моя отметка? Уйди с меня! Клеопатра, ты меня еще отвлекаешь. Хватит. Не мешай. Я тебе... Она ко мне лезет, чтобы я ее выпустил. Так, пить-ка-ми. Он лучше, чем другие папы. Она хочет гулять вовремя, блин. Я тут копеечку скажу. Есть еще. Как ты понимаешь, я подошел к витокамере в другом месте. Мы нашли Адам, хорошо, папа. Хорошо, мы его нашли. Молодец. Сейчас купим патронов. Нужных мне. Убьем этих... Нет. Пошел, папочка, по-братски, слышь, поможешь с этими плохими ребятами, а то задрали. Реально их тоже. Нет, ну тупо слишком много. Я готова к основному. Подожди. Мне еще не висядом принесло. Да вы издеваетесь. О, давай их этими патронами. Мой животик говорит, что пора спать. Спать будет пора, просто ты спишь весь день. Вот здесь. Видишь, как он светится? Да, вижу. Все, брейк, сори. Так, где-то здесь была вентиляция. Ничего. Я ее где-то видел. Или на первом уровне. О, рядом с одним собирателем. Ты уж прости меня. Фух, собрали этот мать вода. Стой! Есть, да. Ячейка позвонила. Обманула.
внимание системы безопасности. Отвлеки внимание роботов, турелей и камер, чтобы наносить удары по противникам. Раздавай поручения союзным роботам. Ясно. Сожжение. Вихрь, ловушка. Рой насекомых использовал. Только от руку мне бы пошарпать, ну что ладно. Не дай! Это чем-то похоже на арбалет. Ой, тебе тут что-то приглянулось? Эй! Привет! Сколько? Актер, 20 хрустящих купюр, и я твоя, морячок. Отлично! Все, что я захочу за 20 баксов, верно? Идет сладкий, только следов не оставляй. А может, поторгуемся? Мне нужно не Жемчужина была одним из самых дорогих жилых комплексов в Восторге. Но во время войны его обитатели стали выставлять себя на продажу через владельца. По-моему, офис Дэниела на верхнем этаже. Леопатра, я сейчас промазал, потому что она прыгнет прямо на руку. Еще на клавиатуру вставать. Специально мешает привлекать няню, чтобы ты любую выпустил. Дрянная кошка. Да, господи. Все, робот автоматически сваливает. Я уже как полный английский, когда зона больше. Я птичку воспользовался, все. Рабочий, отстань! Мощный, это руку. Я его прям за руку, смотрите, прибил.
Про закрытые заклепки вообще у нас в способность. Ну, конечно, тут толком далеко не прошли уж, ребята. Конечно, у меня было много парней, и у всех них были свои закидоны. Но, похоже, Руперт переплюнул их всех. Продолжает предлагать мне плазмиды. Говорит, они забросят нас обоих на небеса. Я сказала, что так высоко забираться не стану, мне и тут неплохо. Кроме того, Дэнни разозлится, если я начну колоться. Сам он, конечно, уже на них сидит. Но для меня-то у него совсем другие запросы. Ладно, ребят, давайте на этом мы сегодня закончим. Будем искать код. Ну что ж, ребята, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел. Вам всем дабы лайк, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Да, вот так на такой ноте я закончу. В описании будет ссылка на плейлист группы ВКонтакте и мы точка.